Всем привет! Надеюсь, что сегодня все выполнили свой гражданский долг, сходили и проголосовали. И теперь уже ничто вам не помешает в ближайший час провести вместе с музыкальной программой «Чёртова дюжина», которая по-прежнему выходит при поддержке Сибирского химического комбината. И сегодня вы увидите. Someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Ну а кроме этого, мы расскажем вам о визите Сергея Никитина в Томск, познакомим с фан-клубом «Новая планета», также будет наша традиционная интерактивная битва и многое другое. Ну а теперь я задам вопрос нашего суперконкурса, победитель которого, как всегда, получит вот такое приглашение на ужин в ресторан «Кабачок», который находится по адресу проспект Фрунзе, 16. Итак, слушайте вопрос. За более 25-летнее существование эта группа знавала взлеты и падения, пока с выходом их последних альбомов «Get a Grip» и «The Big Ones» не утвердилась на музыкальном олимпе. 26 марта их фронтмену исполнилось 53 года. Как называется эта группа и как звать их фронтмена? Звоните по телефону 541-901 и предлагайте варианты своих ответов.
чертова дюжина выходит при поддержке Сибирского химического комбината.